Эти кадры сняты в районе, куда пришелся самый сильный удар. От торгового центра, в который люди зашли за покупками, практически ничего не осталось. В момент удара несколько человек находились перед зданием. Осколками изрешетило фасад и рядом стоящие автомобили. Мы пообщались с очевидцами страшных событий. Прямо аж, я думал, перепонки лопнут. Такой резкий звук был, по ушам так резануло. Это 15 этаж, вот. Все три окна вот эти. Я смотрел в окно, подъехали скорые сначала, потом 4 машины реанимации, МЧС. Ну, быстро подтянулись, быстро. В течение где-то минут 5-7 они уже здесь все были службы. Прям работали тут. И нам повезло, стена кирпичная, стекол у нас нету. Смешанные чувства. Ну, тут среагировать не успеешь. То есть не было каких-то звуков там и еще чего-то. Просто вот оно прилетело, и все. Весь фасад, ну, наверное, сразу лопнул. По камерам. Камеры стоят, видно просто. Пересматривали сейчас. Здесь как упало. И оно все как раз пошло через фасад, стекла, искры. Очень сильно было слышно. Там даже пятерки трусились. Потолок трусился. Тут у нас девочки работали. Вроде, говорят, целые. Продавцы ничего. Вот пострадали люди. Это страшно, ребят.